12 матрешек примут участие в карнавале в Самаре в честь годовщины окончания чемпионата мира по футболу 2018. Ростовые куклы, оформленные в цветах команд участников, стали точными копиями установленных на набережной. Их 12 по числу стран, чьи команды играли во время мирового футбольного первенства на стадионе «Самар-Арена». Над созданием костюмов работала команда профессиональных дизайнеров. Кто-то склеивает как бы из поролона, кто-то там вот натягивает, то есть кто-то делает каркасы, кто-то делает обувь. И весь этот процесс вот так вот выстраивается, чтобы это было как бы максимально быстро. И это всегда очень весело, интересно, это как бы работа команды. И всегда, когда такие глобальные проекты, какой-то, что ты соучастник этого. И какую-то свою долю в этот там, в карнавал ты внес. Красочный карнавал пройдет по пешеходной улице Куйбышева уже в эту субботу. Артисты-танцоры, спортсмены и жители города с музыкой и танцами проследуют до Струковского сада. Затем на трех площадках будут проходить уличные концерты. Карнавал стартует 13 июля в 18:00 вечера от площади Революции.